Саня, я нашел анекдот нашей категории. Ты готов? Про негра? Давай. Мне ехать? Нет. Так. Нет, это не ехать или нет ехать? Да. Пизда. Сука. Понравилось вам? Да. Не дослушал. Пизда, довольно долго я собирался с мыслями выпускать это видео или не выпускать в таком формате, потому что оно тупое, но так сильно радовало меня в последнее время, что держите. Да, лучше на мне не возрождаться, да. Но нет, я жив. Ну я тоже пока жив. И ко мне едет танк. Попробую на него запрыгнуть, я на танке. Я лёг. Я тоже, Тёма, пилим! Пилим, пилю ему крышу, пилю. Тоже пилю. Хорошо! Я его ж банчик отпилил. Блядь. А вот это не очень. Он, видимо, выпрыгнул. Так. Что у нас тут происходит? Блядь, нихуя! Мне нравится эта фраза. А что тут у нас здесь происходит, блядь? Твою мать, блядь! Чё у вас здесь происходит? Ебааа, видел спин противника-то. Открытая такая, девственно красивая. Еще и люди умирают из-за меня. Так вопрос, куда он пошел? Да тут ошивается. Бля, это так вот дешево надо было не попасть. Вот так вот дешево надо было не попасть. Блять, я еще пропустил чела в сетях. Ой, хорошо. Дешевле уже не будет, ладно. Ахуи! Ага, ну это опрометчиво. Тут люди бегают с этого буткэмпа. Ну ебать, конечно. Повезло тебе с этой горочкой, прям пиздец. Да, повезло, что меня поздно заметили. И я просто упиздую на этом мотороллере. Ебу! Вот это еб сальто было, охуеть. Ебать, у меня все кишки внутри прокрутились так же. У тебя мозги где жопа теперь? Теперь все на своих местах, ты хочешь сказать? Да, да. Так, надо отсюда чуть-чуть уехать, потому что я чувствую, поджимают. Ну не так сильно. Тут врагов вроде нет. Вертолет, гандон. Нихуя! Это красиво было, Сань? Красиво? Да, это охуенно было, да. Пизда. Чем отличается сбитый негр и сбитая собака? Есть предположение? Ну сейчас, погоди, дай я подумаю. Я реально хочу попробовать отгадать. Давай. Ты удивишься. Ну за собакой приедет скорая? Перед собакой есть тормозной след. Это охуенно. Да я на тебе его подниму. А так можно разве? А не, нельзя. А вот в ногу, если стрельнуть, постой. Стало больнее. Он неуязвимый, что ли? Ну-ка, подыми. Это как щит? Я немножко умираю, ребята. Не-не, подыми. На себя. Я сейчас умру. Я приношу свои великие извинения. Ты мразь. Я предстану на огне. А вот сможешь выпрыгнуть и зацепиться? А тут можно за что зацепиться? Запаркурить обратно. Тём, это когда любовник подумал, что это пришел муж с работы, на самом деле соседка за солью зашла, блядь. И может вниз, но в сторону выступа, типа. А прикинь, одновременно это сделать. Почему вам так нравится именно эта будка? Блядь, не получилось. А ты попробуй вылези и залезь обратно. Почувствуй, что мама пришла и позвонила в домофон, а ты сидишь на компьютере и играешь. А потом оказалось, что это просто принесли почту. У меня красные волосы, как бы, я такая захожу, никаких цветных волос. Погоди, а что, она тебе не сказала про это? Ты же, ну, с крашенными волосами сейчас? Да. Пизда. А, волосы-то крашеные? А, блядь, ладно. Я не упущу эту возможность. Окрашены.
Погоди, мои волосы на голове. Она говорит, что против людей, которые с пирсингом и с цветными волосами. При этом рассказывает, как тебе надо будет вести в классе с ними уроки. Да, да. Что? Прикольно, да? Пизда. Вообще отлично. Она мне есть, кстати. Регин, ты скоро либо привыкнешь, либо ты просто перестанешь говорить «да». Пизда. Регин, а ты комп-то свой починила? Им нужны... Да. Пизда. Тёма, я зашёл? Тебе... Тём, я в лобби зашёл. Зашёл. Отлично. Я порхаю над капканом. Так я реально спрашивал. Без какого-то подвоха. Реально? Реально. Ну ладно. Саня, уйди, пожалуйста. Мама. Хватит. У меня не хватает. Пошел нахуй. Что-то я не помню, чтобы монеточка так пела. Ты еще не знаешь, там типа пошел нахуй со своей там какой-то химией. Ну это же обычный школьный день. Пошел нахуй со своей молекулярной физикой. Останься на Б, пожалуйста, синий. Умоляю. У меня есть ощущение. Не-не, иди на А. У меня есть ощущение. Меня не знает. Иди, А. Пулюс, иди, а у меня пулюс. Есть ощущение. Тём, да у тебя не может быть ощущения. Я сижу в секретке, ну хуй кто будет. Мне нравится, как Пулис не может выйти, выбрать сторону. Пулис, послушай меня. Больше никого не слушай. А, на Б! Да, блядь, да ты заебал! У меня было ощущение! Я играю в игру, в которую, ну, я... Ну, которую я не хочу играть. А? На улице будешь играть. Ты не хочу я на улице играть. Ты думаешь, вам надо, там свежий... Вам надо двушку срочно покупать. Да, нам надо срочно двушку, Настя. Или... Срочно двушка нужна. Женщине место на кухне. Или женщине место на кухне. Бля, Тём, хуёво, ты не подсказкой даёшь, я сейчас пизды гребу. Не, с моей зарабатывает. А с моей не его. О, мне как раз обрез есть. О. Интересно, а можно как в крутом фильме прокатиться по крыше этого туннеля? Но у меня есть гранатка, как всегда. Собственная Тёма. Персона. А Тёма, она просто взорвется нахуй. Не-не-не, смотри. Она... Смотрю. Я не оставлю тебя здесь. О, у тебя тоже есть граната? О, почти. Что? Да все, она взорвалась. Взорвется. Она так просто она горит. Она взорвется. Ну, она сама загорелась. Почему? Она как булка масла всегда приземляется так, как тебе не надо. Ну, а сейчас время загадки от Жак Фреско. И о чем мы с вами поговорим? Правильно, Imba Energy. А в конце вас ждет балдежный подарок. Ну а Imba Energy — это первый в России и СНГ быстрорастворимый энергетик для геймеров. И чтобы вы не утонули в ассортименте, на сайте имбы подборки от блогеров с их любимчиками. Ну а сам я очень жду сочный, ароматный батин самогон. Ну а если без рофлов, у имбы есть аниме-коллекция вкусов, в котором недавно появились еще два. Суккуб и сэмпай. И теперь их целых 5 штук. Да-да, теперь ты наконец-то сможешь попробовать всех девочек на вкус. Мой фаворит — яркий и сочный ананас вкупе со спелым грейпфрутом. Нека. Зайдет определенно каждому. Также можешь и аниме-шейкер, как у меня, заодно прихватить. Или выбрать один из блогерских. А для тех, кто хочет купить энергетик уже сегодня, имба доступна на полках 23 магазинов настольных игр и крутых подарков Мосигра. Ну и чего ж ты ждешь? Заказывай имбу по ссылке в описании и начинай тащить каточки. А чтобы ответить на загадку Жака Фреско, я даю вам промокод на 6,5 литров энергетика бесплатно. Какой там вкус? Самое время узнать. Переходи на сайт и отгадай загадку Жака Фреско. Кстати, имба снова доступна для жителей Казахстана. Так, что мы идем? Режим на танках? Мы так и не сходили вместе. Сейчас запущу. Да, пошли. Пизда! Блин, я уже устал дождаться, когда появится этот гребаный ремонт на моем танке. У тебя он есть вообще? Я еще не установил. Сука! Я еще не установил. Я прям чувствую, как смаковал это во рту. Знаешь, что мы будем с тобой делать? Ебать, я знаю, что мы будем с тобой делать.
И что же? Я возьму C4, ты возьмешь дрона. Так. Мы налепим это C4 на дрон. Это так не работает. Работает? Почему? Это работает. Давай высаживаемся. Тёма, какого хуя? Такой гениальный план просрать корни. Это надо стараться, я считаю. Ну ладно, ладно, есть попытка номер два. Ведь так? Пошел в жопу! Подожди. Отскочил одно. Попер. Желательно три танка надо найти. Хорошо. Как же он тяжело летит, Тёма, это же пиздец! Нормально. Как будто корову на воздушном шарике подвесили. Ну же, давай, Саня, там танки стоят вровень, три штуки. Да лети, солнышко, лети. Саня, это пизда. Танк! Взрывай! Я его поднял, он не может в меня стрелять. Давай! Все, поехали дальше. Ладно, хуй с тобой, я тоже возьму танк. Поехали, пока есть такая возможность, надо брать, я считаю. Ты согласен? А что брать? Бери дрон и высаживайся ко мне. А он в устройствах? Ну да, там в предпосылках. Сука. Ты думаешь, ну... Я уже забыл, сука. Ладно. Так. Это война. Но они не ожидают, единственное, что меня через Сити, скорее всего. Ну, скорее всего, там один стоит на Сити, тебя слышит уже. Видишь, шорт они ожидают. Да. Господа. Я слушаю ваши поздравления. Ладно, ну что, счастья, здоровья, любви тебе, всего тебе, успехов. Мужик, ты вообще классный, Тёма, блин. Я хочу, чтобы если сын у меня будет, я его Артём назову, по-любому. Спасибо. А если дочь, тоже Артём. Согласен? Да. Пизда. На 10 секунде блент на Б. Проверяй. Не, он так быстро не добежит. Бля, встань в закрытую. Все, забей, не пикай. Смотри, шо. Он издевается. Тём, мне показалось, что-то пукнул. А, ты услышал? Надо шумодав перенастроить. Да ладно, все нормально. Мы открылись друг друга, теперь я могу тоже не сдавливать булки. Да, все равно ж я не чувствую запаха пердежа, поэтому нормально. Меня в спину ударила моя, она сзади на диване лежит. Она ощутила. Я понятно. А, слышала еще? Сквозь наушники шумоподавления мы слышали. Когда купил озвучку персонажа за 10 рублей. А ты играешь за Деда Сматика, блин. Нихуя себе. У меня было ощущение, что я сделал ему чайный пакет. Ну, с четвером всех ебали, да, это пиздец просто. О, мне опять дали кейс, класс. О, дай мне его, я её открою, Тём, или ты... Если это нож, то мне, а если все остальное, то ты берешь себе. Ну, типа, любой скин, даже красный, пофиг, я такой, на. Идет? Бля, ладно, окей. Общество, я на всякий случай запись включу, чтобы орать, блядь, как сука, если выпадет нож. Так, мне никогда ножи не выпадали в этой игре, Тём, никогда. Мне тоже. Ну что, кейс, то, что из кейса выпадет, возвращается домой, правильно? Не может быть нож, Тём. Ой-ой-ой-ой-ой. Пиздатая. Ну, не нож. Но ну, нормально, тебе нравится? Мне нравится. Прикольный скин. Не, ну, я не знаю, сколько она стоит. Блядь, Тём, ты мне нравится. Что не так с твоей интонацией, блядь, не могу. Ну, тебе нравится? Да. Пи! Hmm.
Пизда! 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 Все, момент завершен. Спасибо за участие. Я отбил свои 110 рублей. Привет, мои дорогие! На вашем экране, как всегда, ваш любимый Конопатый. Надеюсь, я смог поднять вам настроение хоть чуточку после того, как календарь этот гадский перевернулся на 3 сентября. Ну а от вас я ожидаю только лайка, если этот видеоролик вам понравился, потому что это помогает продвижению. Ну и увидимся через неделю. Ну а пока, всем пока!